Первым тренером, оставившим свой пост в ходе отборочной кампании чемпионата Европы, оказался Олег Базилевич, которого сменил у руля сборной Украины Йожеф Саба. Однако его дебют мог закончиться плачевно, реализуя словенец Сашу Удович пенальти, заработанный им же самим на 62-й минуте матча в Киеве. Но вратарь московского «Спартака» и сборной Украины Дмитрий Тяпушкин молодцом вышел из положения. Команда хозяев претерпела серьезные изменения по сравнению с предыдущим матчем. Саба вернул в сборную большинство киевлян, а также пригласил легионеров-ветеранов Олега Кузнецова и Алексея Михайличенко, чей удар был чуть ли не единственным опасным моментом у ворот гостей. Набрав лишь очко в двух домашних матчах, украинская команда вряд ли может теперь рассчитывать на высокое место в четвертой группе. А вот словенцев сбрасывать со счетов не стоит. Они взяли очко на выезде, а ранее сыграли в ничью с Италией.